Румыния 100 фотоздымков до 100 год для великого объединения. У картинной галереи Гаурила Ващенки представили экспозицию работ румынских фотографов, примеркованную до национального свята. На открытии выставы побывали наши корреспонденты. Познакомиться ближе с Румынией и спланировать будущий туристический маршрут теперь можно у Гомеле. Новая выстава у картинной галереи Гаурила Ващенки расскажет всем об значных культурно-исторических, природных и архитектурных славутостях краины, многие из яких унесены в список сусветной спадщины ЮНЕСКО. На здымках середньовековые замки, монастыры, драўляные церкви и старожитные города с богатой историей. Гости увидят знакомитые помники Бухареста, Сибиу, Брашова и других румынских городов, а так само захопляльные виды Карпатских гор и дельты Дуная. Об тем, что уражает больше за все, мы запитали у надзвичайного и полномочного посла Румынии у Республики Беларусь Виарела Машану, который приехал у областный центр на открытие экспозиции. Одна из них – это укрепленные церкви Трансильвании. Второе, наверное, расписные церкви, православные церкви. На севере Румынии там есть вот церкви, которые расписаны, можете себе представить, в 15-16 веках, снаружи. И третье, что поехать на рождественские праздники в Румынии. Очень красивые обычаи во многих регионах, особенно в северной части Румынии. Акрамя наведвальников выставы, шановного гостя пришло повитать и керавництво города. Дарэчы, культурный проект посольства Румынии у Беларуси присвечены святкованию стагоддзя Великого объединения Румынии, якое означалося 1 снежня минулого года. После презентации у столицы выстава приехала у Гомель. Представленные фотоздымки были выбраны с коллекции румынских фотографов, членов творчей ассоциации «Чоркін». Побач с работами опытных фотографов можно убачить и здымки молодых авторов. Гомельскую область с Румынией уже связывают погоднение об супрацоўніцтве у сферы адукацыі, развіваюцца і эканамічныя сувязі, а гэтая выстава ў сваю чаргу дала штуршок узаемадзеянню ў новым напрамку. Сегодня мы подписываем соглашение о культурном сотрудничестве государственного учреждения «Картинная галерея Гаврила Ващенко» с посольством Румынии. Надо сказать, что это наш новый партнер. Мы работаем очень отлично в международном сотрудничестве со многими посольствами. Но с посольством Румынии это сегодня первый наш проект. Мы разговаривали с господином послом о том, что не только сегодня мы сможем посмотреть выставку, предоставленную посольством Румынии на нашей гомельской земле, но и, возможно, работы народного художника Гаврила Ващенко можно будет показать в Румынии. Выстава будет працаваць до 7 красавіка. Ганна Каральчук, Алена Василюк, Ігар Марышчынка, телерадыокампанія «Гомель».